Всем привет! Ах, лето продолжается, и сегодня мы на речке. У меня есть три пары. Блин, мне что мешает? Короче, тема такая. У меня есть три пары футзалок, которыми я тренируюсь и играю. Первая – Adidas Predator. Вторая – Nike Brovatax. И третья – Tempox. И сегодня мы их забатлим и узнаем, тащит ли Predator'ы. С вами канал номер 20 FIFA, и это второй выпуск Kickbooting. Вау, я на Village Meadow Arena, и сейчас я Nike Brovatax. На самом деле это был видеомонтаж, а вот что было в действительности. Ладно, это была шутка. Сейчас мы выполним 5 ударов каждыми футзалками и сравним вращение удара. Те, которые крутят лучше, те и победили. И мерить вращение мы будем смартболом. Ну нахер. Ну ты видел? Видел? Для объективности результатов мы будем разбегаться с этой точки и бить вон с той точки. Погнали! Так, первый удар в Brovataxах. Чтобы не терять ваше время, мы покажем вам самые закрученные удары. А скорость и закрутку всех остальных ударов вы увидите на таблице в конце видео. А сейчас будем бить Nike Tempo. Бью следующий удар. Ужасно! Сейчас одеваю Predator'ы. Одевать их, конечно, нелегко. Но зато стопа облегается четко. Теперь погнали, Predator'ы. Короче, фигачу. Ох, я ожидал не того, что хотел. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Вращение 367. Первое место на всех скоростях занимает Nike Brovatax. Второе место Predator. А третье... Он мне вот так показывает. Ты что, дурак, что ли? Третье место занимает Tempo. И как всегда, результаты вот где-то здесь на экране. Выводы делайте сами, подписывайтесь на наши инстаграмы. Всем пока!